Я пришла работать в библиотеку в 1986 году. И тогда для привлечения читателей в библиотеку создавались бригадные абонементы. Что это значит? Это значит, что книга выходила непосредственно к рабочим совхоза. Вот у нас было организовано 7 бригадных абонементов. В стройцехе, в питомнике, на заводе по переработке, на 2 фермах, в детском саду. Вот. По желанию работников мы приносили туда книги. Кто-то хотел читать детективы, кто-то любовные романы, кто-то исторические романы. А также мы приглашали писателей, поэтов. У нас даже есть книги, которые дарились. Мы выезжали в поле в обеденный перерыв, когда рабочие и те, которые собирали клубнику, отдыхали, то вот Мария Феликсовна Колыхалова, Николай Владимирович Кузнецов на баяне она пела. Мария Феликсовна любила песни русские народные петь, Николай Владимирович играл на баяне, а мы привозили вот такую литературу. У нас разное было подчинение. То мы относились к правкому совхоза, они нас комплектовали литературой. Какое-то время мы относились к совхозу непосредственно. Когда я пришла работать директором, был Рябцев Петр Зинович. Они сразу купили новое оборудование, столы, шкафы, сделали ремонт пола, поциклевали паркетный пол. В общем, они комплектовали журналами, очень хорошие деньги выделялись. Когда пришел Павел Николаевич, он тоже нам выделял деньги, и мы покупали в книжных магазинах. Да, ездили в центр, вот я лично сама ездила, выбирали литературу, какую нам нужно, и вот ставили на учет все и отчитывались перед Павлом Николаевичем, и он нам, мероприятия, которые проводились, нам давал деньги. Библиотека наша насчитывает около 1500 читателей. Вот. Посещение у нас 13 тысяч, бывает годовое и более. Вот. Фонд нашей библиотеки около 9 тысяч насчитывает. Пользуется спросом литература в основном, естественно, школьная. Вот. Взрослые, естественно, хотят новинок. Библиотека у нас 2 этажа содержит. На первом этаже у нас располагается взрослый абонемент. Это для облегчения для людей, у кого какие-то проблемы со здоровьем, тот же пожилой человек. На второй этаже бегают детки. Там расположен детский абонемент. Детей очень много. Они у нас в приоритете. Их около 800 человек у нас насчитывается. Молодежь, к сожалению, трудно притянуть в наши ряды, но она есть. Естественно, в малом количестве. Пытаемся, думаем, решаем, какой проект бы создать, чтобы притянуть нам еще молодежь. И как это сделать? Это очень тяжело. У нас есть еще такой зал, называется литературно-музыкальная гостиная. Вот, там мы проводим различные встречи. Вот, у нас есть творческие союзы, как я скажу. И мы приглашаем знаменитых режиссеров, актеров, писателей, поэтов, в том числе и для взрослых, и для детей. Для различного возраста у нас проходят эти встречи. В этом же зале проходят у нас мероприятия, о которых я уже говорила, со школы, с детскими садами. Вот. И, конечно же, у нас там зал предназначен под выставки. У нас зал обеспечен подвеской специальной, и у нас ежемесячно меняются выставки. Презентации выставок практически бывают каждый месяц. Вот тоже. Но если не отказываются авторы презентовать свою выставку, есть такие, которые стесняются, либо что-то им там мешает представить себя публике, то мы не проводим. Если они желают, мы обязательно проводим. Аудитория приходит из заинтересованных. К 75-летию Победы у нас разработана целая программа. Вот. Мы патриоты России. Вот. У нас практически каждый месяц в библиотеке будет объявлено мероприятие. Вот недавно прошла в январе
прошло мероприятие в январе, посвященное блокаде Ленинграда. То есть мы говорили о битве Ленинграда. В феврале планируем говорить про Сталининград. Естественно, мы учтем далее и детей войны, и детей героев. Мы будем встречи устраивать и сравнивать. Вот. Ну, естественно, к самому Дню Победы. И так до конца года пройдут мероприятия. Целый цикл будет. В том числе и со школьным лагерем летом. У нас как бы выездные бывают площадки. Мы тоже выходим и в лагеря. Они, лагерь сюда к нам приходит, либо мы к ним идем, если большое мероприятие, крупное. Вот. В общем, вот такая у нас программа. Мероприятий много запланировано. История с совхозом мы оформили целый уголок. У нас вот целая витрина. Вот. У нас есть книги вообще советских времен. Они уже есть как брошюры, и все рассказывающее развитие, показывающее даже, наверное, не рассказывающее, показывающее развитие совхоза как хозяйство. Также у нас есть альбомы оформленные. Вот, мы представляли даже на фестивале 12 июня в открытый доступ людям, которые посетили данный фестиваль. Вот. И, конечно же, у нас есть о ветеранах книги. Вот, это создали наши соседи с поселка Развилки. Развилка раньше была один округ. Вот, естественно, это собиралось много лет. И вот там есть заинтересованные учителя, которые вот издали данные книги и про наших ветеранов тоже. Вот, ну, и у нас, естественно, книги есть и того же Петра Зиновича Рябцева. Он недавно выпустил свою книгу. Естественно, это литература и творчество земляков. Вот, все вот в нашем уголке можно посмотреть про совхоз.